Chairman. Thank you for the invitation. It's a very great honor for me to speak in such a historic city about a topic I think is a very great future. The OTSC of the school, please. What can we use it for? I'm a surgeon and work together with my gastroenterological team in a high volume clinic. Я работаю в функциональном медицинском центре. Прошу подчеркнуть, что процедуры в год проходят. Я хотел спросить, кто-нибудь имел возможность использовать английский подъемник? А кто использовал лигирующее устройство? I think at the end of my speech you will all be experts in OTSC device. Я думаю, что после моей лекции вы будете достаточно квалифицированным специалистом по системе обвеска. Итак, я буду говорить о механизме, показаниях, я покажу вам результаты работ и даже сделаю заключение. And a grab of the future, I show you the big brother of OTSC. И еще я покажу вам старшего брата, Овеска. Как видите, устройство состоит из релизинга механизма и клипса, который надевается на кнопочек мотивационно. Вставляете эндоскопа, и при работе, при повороте ручки клипса слетает и фиксируется на субстрате. Видите, размер разный, есть 11 на 14. Бывают тупые и острые края. Итак, давайте... Одну секундочку. Вот те шаги для успешного использования. Сначала нужно найти, что мы хотим захватить. Потом надо его обязательно это место очистить. Затем необходимо контактировать с той зоной, которую мы хотим обработать. Я люблю использовать этот метод при остановке кровотечения. Кроме того, вы можете взять захват с двумя независимыми щипцами для того, чтобы захватить края, например, перфоративного отверстия. Кроме того, существует, помимо твин граспера, существует якорный захват, способен захватывать фиброзированную ткань. И после того, как мы подтягиваем фрагмент ткани в колпачок, мы можем сделать релиз клипсы. Основные показания — это кровотечение, перфорации и фистулы. Кроме того, можно фиксировать стенды с помощью устройства. Я установил больше 100 овесных рев в прошлом году. В 20 случаях это были перфорации, в основном при кровотечениях использовались, и частично послеоперационные несостоятельности. Кровотечение – это весьма важная и трудная проблема, имеющая довольно высокий уровень смертности. Возможно, что в России такая же ситуация с кровотечением. Таким образом, вы понимаете, что кровотечение связано с высоким риском смертности и высоким риском рецидива после лечения. Конечно, у нас есть много традиционных методов лечения терапевтических опций, такие как комбинация
из традиционных эндоскопических клипс в комбинации с раствором адреналина, с использованием различных термических приборов. В ряде случаев довольно тяжело осуществить точечное воздействие на сосуд, особенно в труднодоступных участках. Compared to the single dose, but very expensive, and so the treatment options are extended to those. Что традиционное лечение может быть достаточно дорогим в совокупности с медикаментозной терапией, поэтому использовать систему IVESC хорошо тем, что довольно быстро, просто осуществляет циркулярную компрессию в патологическом очаге. Видите кровотечение из дивертикулы сигмовидной кишки. И вы видите четыре этапа, которые я описывал выше. Нам не нужны здесь свертки. Мы отмываем, очищаем данную зону. Используем аспирацию для того, чтобы всосать участок с кровотечением. После чего мы осуществляем клипирование системы IVESC. Generally, you can differentiate the treatment of bleeding in the first line and second line, so-called rescue therapy. Таким образом, можно выделить терапию первой и второй линии. Treatment is failed. Первая линия используется в стандарте, вторая линия используется, срабатывает первая линия. Мы наблюдали 57 пациентов. Мы видели эффективность лечения на протяжении практически 3 месяцев, которые использовались IVESC как терапия первой линии. Таким образом, эффективность бериочной терапии системы IVESC составляла 95%. Indicating that previous patients may be predictive for failure, because you have to remove TDCS or you have a lot of fibrillary in the tissue and it's hard and fibrotic. And here show you our Сейчас я покажу наши рецидивы кровотечения с использованием этой системы. We saw five bleedings immediately. У нас 5 кровотечений случились непосредственно сразу после установки этой клипсы. Некоторые случились на второй день. Это были источники кровотечения в сигмовидной кишке, связанные с сосудистыми мальформациями. Что мы будем делать, если система IVESC не сработала? Если у нас клипса легла не оптимально, в этом случае мы сначала удаляем из кровяные свертки. Очень важно выявить источник кровотечения. И дальше у вас есть 4 варианта. Вы
энергии, переставить систему клипсовых гормонов, плазменную коагуляцию, использовать раствор адреналина с коагуляционными методиками и так далее, или фибриновый клей. Здесь мы используем инъекцию адреналина. И затем мы вводим фибриновый клей. Создаем компрессию в данной зоне. Фибриновый клей способствует гемостазу. Итак, сейчас я продемонстрирую вам три случая закрытия перфорации. Полипэктомия при плоской аденоме. Мой коллега подошел ко мне после процедуры и показал мне вот это такое изображение, что произошла перфорация. И мы их закрыли при помощи ветки. Вот Twin Grasper. Мы захватили при помощи него края дефекта. Этот случай довольно простой, но занимает определенное время. Вы видите, здесь ткань довольно мягкая, вы можете легко втащить эти структуры в просвет колпачка. Мы комбинируем подтягивание при помощи захвата и аспирации для того, чтобы погрузить в колпачок ткани с перфоративным отверстием. Мы должны центрировать пораженный участок внутри колпачка. Итак, сбросили клипсу, закончили. Другой случай — это пациент с острой болью в животе. На компьютерной томографии мы видели панкреатический протез, который был забыт после панкреатической ионостомии. Видите вход в тонкоперстную кишку, а выход в толстой кишке. Сначала я маркировал отверстие в толстой кишке при помощи клипсы, чтобы не потерять эту зону. После того, как мы удалим стенд, а теперь вы видите ситуацию после клипирования в кишке, в толстой и в двенадцатиперстной. И спустя несколько дней у пациента исчезли все симптомы заболевания. Здесь видите отверстие в себе кишке. Мы почистили его для того, чтобы очистить. Это был кожно-сигновидный свищ. Выполнили радиочастотную абляцию фистулы для того, чтобы деэпитализировать ее. Здесь мы использовали большой колпачок. Мы центрировали отверстие при помощи щетки. По сравнению с предыдущим случаем, вы видите, какая здесь плотная и твердая рубцовая ткань, фиброзированная.
очень трудно. Было очень трудно захватить ткань в этом случае. Что мы пытаемся здесь использовать? Граспер, а не якорный прибор. Сейчас будет произведена установка клипс. И вот информация о том, как это выглядит после процедуры. Таким образом, мы использовали клипс 61% это перфорации, 21% фистулы и 18% это были недостаточности несостоятельности. Два метаанализа, достаточно крупные исследования до 300 пациентов. Продемонстрировали очень неплохие, успешные результаты закрытия перфорации. Однако успех был не такой хороший при закрытии фистулы несостоятельности. Однако у нас сейчас появляются другие данные, которые говорят о похожем, что проблема с закрытием фистул действительно существует. Таким образом, тип дефекта стенки является предиктором своего рода эффективности лечения. Таким образом, получается, что если вы используете овеска как терапию первой линии, то вероятность успешного исхода будет намного выше, чем если вы используете систему овеска как терапию второй линии, когда уже сформировались какие-то хронические воспалительные изменения. Потому что консистенция ткани, на которой вы работаете, является принципиально важна. Если ткань эластичная и мягкая, то вам будет гораздо проще свести ее края, чем если она плотная и фиброзированная. Кроме того, могут возникнуть существенные вопросы, если размер дефекта больше 3 сантиметров. Вообще следует запомнить следующее, что установка овески системы она является довольно простой, эффективной, таким образом ее можно устанавливать и оставлять в покое пациента, которому ее наложили. Таким образом, учитывая то, что размер клипсы гораздо больше, чем колпачок, и получается, что при помощи системы овеска можно выполнять резекцию, полнослойную резекцию стенки полого органа. Я хочу продемонстрировать вам один из случаев, которые у нас проводились лечение резидуальной ткани при удалении аденомы, молодая пациентка. Мы маркировали на образование, вы можете видеть это здесь. Вот само патологическое образование. После маркировки мы захватили на образование, втянули его в колпачок. Вы должны именно втянуть щипцами в образование, а не всасывать. Потому что если вы будете аспирировать, вы можете всасывать ткани, которые находятся за пределами полового органа. Это может быть уже опасным. Диаметр колпачка 21 миллиметр. Это занимает немного времени.
чтобы вся маркированная зона втянулась в колпачок, мы не имеем права оставлять разметку для облегчения оценки полноты резекции. Сейчас мы устанавливаем клипсу. И сейчас вы видите зону после процедуры с полнослойной резекцией. И в данном случае мы диагностировали неоплазию высокой степени. И таким образом данное устройство мы назвали устройство для полнослойной резекции. Итак, это видео у нас будьте осторожны, потому что стенки кишки не очень-то и толстые. Да-да-да.